Дирекция вторых Европейских игр и детский фонд ООН ЮНИСЕФ в Беларуси подписали меморандум о взаимодействии. Цель – укрепление сотрудничества в области развития талантов и физических способностей детей. Специальная серия специальных спортивных и образовательных акций пройдет в рамках вторых Европейских игр. Игры будут проходить с 21 июня по 30. Это время каникул. И вполне возможно, что мы организуем целый ряд мероприятий с вовлечением детей, отдыхающих в спортивных и просто в оздоровительных лагерях. Мы будем работать вместе после игры еще годы. И будем работать волонтерами, и будем привлечь им на разных других проектов, спортивных и неспортивных. Кроме того, дирекция вторых Европейских игр совместно с одним из центров иностранных языков проведет специальную языковую подготовку волонтеров.